Перемирие на Донбассе по-прежнему не работает. Сегодня боевики уже 13 раз открывали огонь по украинским позициям. Под обстрелами Широкино, шахта Бутовка и Крымская. Горячо и в районе Горловки, где сейчас пытаются починить водопровод. Продолжит Геннадий Вивданко. Горловка сейчас самый неспокойный участок на Донецком направлении. Горячая точка – район поселка Зайцево. Были минометные обстрелы, около 40 прилетов БМП-1. Но вот уже два дня практически тихо. После похолодания оккупанты прекратили поджигать степь. Противник, очевидно, изменил свою тактику действий. После массовых обстрелов зажигательными снарядами перешел на практику обстрелов из стрелковых вооружений. При этом, между тем, в 6 километрах от эпицентра событий в Зайцево, под Горловкой, здесь, в Торецке, проводят ремонтные работы. Ремонтники заканчивают завтрак перед отправлением в серую зону. Обеда не будет. Российская сторона дала 3 дня на ремонт водопровода Горловка-Торецк. Сегодня 3-й. Времени осталось совсем мало. Вода, грязь. Невыносимые условия. Глубина. Времени не хватает. Практически работает просто на воде. Вы успеете за сегодня все сделать? Никогда не загадываем. К зиме нужно восстановить полноценное водоснабжение Торецка. Иначе возможны новые катастрофические перебои, такие как прошлым летом. Ну что, мы погнали. МЧС 8 человек, ремонтников 15. Группа едет в район поселка Пивденное. По минским договоренностям это украинская территория. Однако наши солдаты ее не занимают. Невыгодная местность для обороны. В Пивденное возвращаются местные жители. После посещения магазинов и учреждений Торецка с сумками и газетами. Оценивают двухдневную работу ремонтников. Стало поменьше воды. Потому что было вот так. А сейчас ехали там. Ну, так. Чуть-чуть водички. С украинских позиций бойцы прикрывают работу ремонтников на случай, если враг нарушит условия договоренностей и откроет огонь. Тут есть у нас позиции для прикрытия, вот целый ряд позиций. Есть позиции там наверху, на высоте. Мы сможем осуществить эффективный отход. Днем становится понятно, что 3-го согласованного с россиянами дня не хватит, чтобы отремонтировать водопровод. Украинская сторона собирается потребовать еще 2 на восстановление полноценного водоснабжения. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Сергей Бедала. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области.